Страна легенд приглашает играть, учиться, узнавать новое, быть в тренде. Это легко, когда с тобой команда интеллектуалов. У нас всегда настрой очень боевой. У нас именно, я считаю, хорошая командная работа, высокая слаженность. И вообще вот любое дело, особенно такая интересная игра, она объединяет, она создает команду. И это очень сильно мотивирует, это вдохновляет. Команда DEX — лидеры в стране легенд. Они уже во втором туре. Теперь их задача — полуфинал. Из 8 команд пройдут только 4. МИД открыл второй тур со счетом 1-6. Не в пользу знатоков. DEX выйдет на интеллектуальный ринг в эту субботу. Соскучились по стране легенд? Мы очень соскучились. Будем вместе изучать историю Приднестровья. Да, может, какие-то народные движения, то есть там типа скинхедов, массы, ну что-то низкое. Да. Иван прямо сейчас в голове перебирает варианты и сомневается, как ответить. Это скрытый намек? Как вам вопрос? Вот это такое себе предупреждение, я бы не понял. Ну ты не в Кремле. Мы готовы. Поехали. Попасть в страну легенд теперь может каждый. В школе, на работе, дома, везде. Одной билет — книга по мотивам игры. Издатель — бендерский полиграфист. Первую партию в 200 штук разобрали довольно быстро. Первый приднестровский отправил книги в школы. На подходе еще 500 экземпляров. Часть можно будет купить в собственную библиотеку.